Катюша, что с твоим пупсиком? Почему он такой грязненький? Потому что ты его испачкал. Интересно, кто? Не знаю. Он сам испачкался. Сам испачкался? Я думаю, надо его срочно искупать. А давай не в ванне, а в бассейне. В бассейне? А почему в бассейне? Уже там жарко. Жарко? Ну давай в бассейне. Ой, я смотрю, вы уже в бассейн добрались. Да. Воды. Мы забыли воды налить? Да. Ну что, будем наполнять бассейн водичкой? Да. Еще его надо и раздеть. Ну давай, раздевай, а я пойду за водичкой. Да. Я уже раздеваю. Ничего себе, какой чумазик. Уай. Ты сама смотри, не перепачкайся. А то тебя тоже придется мыть. Так что его этим не перепачкать. Лицо у него еще испачкано. Вот он, Лизнулькин, у тебя. Дочь, пока ты его будешь мыть, ты вся намокнешь. Давай лучше оденем купальник, и ты вместе с ним нырнешь в бассейн. Давай! Раз, два, три! Классно, да? Да. Жарко, да? Да. Мама, у нас нет мочалки. Для малыша? Да. Ну, конечно, есть. Сейчас принесу. Давай. Сейчас принесу, дочуля. Смотри, какая классная радужная мочалочка, да? Да. Помой его хорошенько. И себя заодно, правильно. Ты тоже перепачкалась, пока малыша своего купала. Водичка сейчас не отмывается. Водичка не отмывается? Ну, давай добавим пенную. Давай? Давай. Как классно. Как классно тебе, да? А где шампуни? А где шампуни? А вот они. Давай! Пин. Ну, напускай пенную. Ну, текет там что-то, Кать? Да, по чуть-чуть. По чуть-чуть только? У вас Кать как-то получше текет, да, Катюш? Да. Сейчас делаем много-много пены. Мешай, делай пенку, чтобы твоего пупсика отмыть. А то у него, вон, лоб какой до сих пор грязный. Трем, и никак не получается его отмыть. Вот Грязнулькин, да? Ну, помой мочалочкой. Отмывается? А что там? Тот сит. Сит, наверное, да. Что-то не отмывается. Почему, Катюш? Побольше пены сделаем? Да. Ну, давай. Ой, лей прямо на пупсика. Может, тогда лучше отмоется, да? Хватит? Ну, ладно. Как скажешь. Ты ж мамочка. Сколько пены у тебя, да? Классно, Катюшка. Да. Ну, пупсик теперь точно должен отмыться. Посмотри. Получается его отмыть? Да. Отмыли?
Катюнечка, раз он уже вымылся, давай его положим на полотенчика отдыхать. Давай? Давай. На солнышко положим его погреться. Вот. Позагорать. Позагорать, супер. На солнышке, как на пляже. Да, а тебе, Катюнечка, надо одеть кепочку, а то солнышко головку напекет. Что это, Катя? Это какой-то пакетик от щенячьего патруля что-то? Покажи-ка нам быстренько. Мы не видим. Поверни к нам. Он, наверное, вместе с пеной. Коллекция какая-то. Наверное, с пеной попал в бассейн. Давай я положу к малышу. Ну, ложи. Поищи еще. Ну, поищи еще. Может, еще что-то найдешь? Еще один пакетик? Наверное, тоже с пенкой заплыл в бассейн. Да, это тоже щенячий патруль. Да? Да. Посмотри, какая коллекция. Ничего себе, надо будет посмотреть, открыть. Два пакетика уже. Поищи, может быть, еще где-то есть? Mm-hmm. О, еще один нашелся. Точно, еще один пакетик из коллекции. Ищи еще, может быть, в пене что-то спряталось. Может быть, Скай тебе что-то прислала? Через пенку, да? Не находишь больше? Еще нашла один пакетик. Коллекция. Малышу положили. Уже 4 пакетика. Интересно, есть там еще что-то, Кать? Поищи. Еще один пакетик. Класс. Ну, надо будет открыть, посмотреть, что там, да, Кать? Ну, давай, Катюнечка, открой, что там у нас. Покажи, ребята, скажи. О, кто это? Как его зовут, Катя? Я не знаю. И я не знаю. Ты же в них разбираешься. Кто это такой? Это щенячий патруль. Я тут не знаю, кто это. Вот первый. О, вот он. Вот он. Ребят, у нас проблемы с Катюшей. Мы не знаем, кто это. Не можем опознать. Помогите нам. Ну, у нас есть попытка номер 2. Посмотрим, кто там будет, да, Катюш? Может, этого узнаем? Может, какой-то знакомый щенок? Ну, давай, побыстрей. А то мы все уже заждались. Это кто такой? Это какая-то такинята. Какой-то робот здесь. Какой-то луноходик, нет? Ну, какой-то робот. Собачка-робот? Угу. В общем, нам с Катюшкой попались первые 2 какие-то неизвестные собачки нам. Будем надеяться, что с 3-м пакетиком нам повезет. Это Скай! Кто это? Скай! Ой, красавица Скай! Покажи-ка нам ее. Посмотрите, ребят, у Катюши на пузике тоже Скай. Покажи свой купальничек, Катюш. Вот, да. Твоя любимая Скай. Ну, где она там в твоей коллекции, покажи. Вот она. Да. Ну, смотрим пакетик номер 4, давай. Кто там спрятан? Маршал! Маршал! А, вот этого я знаю, блондинчика. Бломатинчика. Вот такие 4 песика нам попались. Ну, у нас еще есть 5 пакетик. Открывай, последний. Катенька, его. Последний, да. Еще один маршал. Еще один маршал? Ой, 2 маршала у нас будет. Может быть, с кем-то потом поменяемся, да? А теперь пойдем. Папа! Супер. Ну что, щенят тоже мы сейчас купаем? А там тоже жарко. Смотри, сидят тут. Опа! Ну и ты к ним ныряй, Катюнь.
Скорую помощь вызываем. Спасатели, спасайте нас. Команда спасателей спасли нашу Катюшку от ушиба. Спасибо, Жената. Ух.